Случилось это все лет 5 назад, была я маленькая и наивная 18-летняя девочка. Встречалась на тот момент с парнем почти год. Учились вместе на одном факультете. Было все, и радостные, счастливые моменты, и ссоры, скандалы. Но тут произошло нечто, что заставило меня очень серьезно задуматься о будущем наших отношений. Он часто оставался у меня дома. И, похоже, совсем привык. Приходит как-то ночью ко мне домой, пьяный, с друзьями кутил. Заваливается спать. Я пытаюсь отодвинуться от него как можно дальше, чтобы не чувствовать этот аромат веселья. Вроде угомонился, заснул. Я с мыслями, что устрою ему завтра с утра, еще даже не подозревала, что это не конец этой запоминающейся ночи. Минут через 15 он встает и, как ни в чем не бывало, садится на кресло за компьютерный стол и делает свое гадкое дело, сходив по-большому прямо на мой компьютер. Почувствовав облегчение, милый уютно устраивается обратно в постель. Моему возмущению просто не было предела. С утра он вымолил у меня прощение на коленях. Потом эта тема даже не поднималась, так сказать, была под запретом. Но осадок остался, плюс добавилась еще куча причин для расставания. Так, спустя полгода после этой вонючей истории, мы расстались. Сейчас даже смешно вспоминать.